Всем привет, друзья! С вами канал Blitz Game, меня зовут Влад, и этим прекрасным зимним утром я решил сделать небольшой тест-драйв экшн-камеры AS50 своей новой и AS200. Сравнительный тест такой будет коротенький на улице. Сейчас вам покажу, как это работает. Сравните материалы, которые я вам выложу на Google диски, исходники. Посмотрите, как эти камеры снимают. Есть ли разница в съемке этих камер? Исходники будут, собственно, в описании. Снимаю сейчас я в аквабоксах, поэтому звук будет с петлички. Вот как-то так. Несколько уток здесь сегодня тусуются, развлекаются тут в такую вот прекрасную зимнюю погоду. Идет снежок. Но вода не мерзнет, потому что, видимо, что-то с ней не так. Итак, давайте сравним стабилизацию. Я сейчас пробегусь с этими камерами. Вот так вот. И в обратную сторону. Да, здесь, конечно, собаки все позассали. Все лавочки, все углы. Видок, конечно, не очень, но тем не менее, друзья, в целом картина, конечно, очень красивая, такой сказочный лес зимой. Очень прикольно. Все так снегом занесло. Так вот снимают данные камеры. Напишите в комментариях, почувствовали ли вы разницу между AS50 и AS200. Ну и давайте немножко проедемся. Да, погода на редкость удалась, прям вообще классная погода. Единственное, что идет снег, поэтому я не могу вам предоставить звук с камеры AS50. Попробую дома записать. Ну а в целом, картинка вот такая. Кстати, друзья, только я, короче, закончил снимать сравнительный тест, как кончился снег, и, собственно, мне несказанно повезло, что я могу вам предоставить звук с камеры AS50. Сейчас я уже переставил на отдельный моноштатив, да, то есть без всяких сравнений с Sony AS200. Просто вот послушайте, как пишет звук камера AS50. Ну и напишите в комментариях, как вам звук с этой камеры. Она вообще
Без аквабокса, конечно, очень легкая. Я ее сейчас на штатив без аквабокса прилепил. Она вообще просто как пушинка. Я до этого, когда ехал, снимал сравнительный тест. Ну, правда, там две камеры было, но просто рука отваливалась на самом деле с двух там камер в аквабоксах. А тут получается одна камера без аквабокса, но очень легкая. Вообще очень-очень легкая. Вообще супер. Ну а вот так вот, друзья, снимает камера AS50 по сравнению с камерой AS200. При том же моем свете, при котором я снимал на UI Light, вот можете увидеть разницу. Если она есть, я только увижу ее на монтаже, тем не менее, смотрите, как снимает при таком же свете. Также я вот сейчас выйду на свет. Вот так вот. Те же самые игрушки яркие можно будет увидеть, как передает их цвет именно каждая из камер. Тут наши фотки. Так вот здесь у меня заряжаются батареечки от Sonic. Ну, в общем, как-то так вот. Будем смотреть при монтаже, я все покажу. Также можно будет сравнить звук на экшн-камере от Sony AS50 и экшн-камере Sony AS200. Записываю сейчас с обоих камер одновременно. Ну, в общем, как-то так. Вот такой вот тест звука. Пишите в комментариях, как вам звук с камеры Sony AS50. Ну, а на этом действительно все. Всем пока.